Донецкий и Луганский изучают проект постановления Петра Порошенко об особом статусе Донбасса, текст которого сутки спустя все-таки опубликовали на сайте Рады. Первые оценки провозглашенных республик скорее скептические. Документ готовился без их участия, хотя в феврале договаривались, что Киев будет работать совместно с ДНР и ЛНР. И, как и опасались полпреды регионов, в законопроект заложены невыполнимые требования и условия, о которых в Минске не шло и речи. В частности, большая часть положений, 7 из 9, вступает в силу фактически только тогда, когда Донецк и Луганск признают результаты выборов декабря 2014-го. Они, напомню, проводились в тех населенных пунктах, которые контролировали силовики. Получается, жителям Донбасса предлагается подчиниться власти, за которую они не голосовали. Причем в ультимативной форме. Так, глава блока Петра Порошенко в парламенте заявил, что новые выборы в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей возможны только после того, как там будет восстановлено действие украинских законов, и не ранее, чем туда вернутся силовики. Причем Киев намерен рассматривать эти территории в границах сентябрьской линии соприкосновения, которая существенно отличается от того, что есть сейчас. Как считают в Донецке, в таком виде документ попросту не жизнеспособен. Законопроект, поданный президентом Украины, Верховную Раду, должен быть согласован с Донецкой и Луганской народными республиками. Если нет листа согласования, на котором стоят наши подписи с Плотницким, то это считается нарушением Минских договоренностей. Конституционная реформа и об этом законе об основном статусе, и обо всем остальных вещах согласован. Киев нарушает основополагающие процессы, которые были заложены в Минских договоренностях. Это еще одно нарушение. Не только военное, да, еще и мирное.